street. That's the next corner. You go. Ну и так, как вы догадались, мы находимся на одной из самых главных улиц Нью-Йорка. Мы находимся на Бродвее, где сейчас проходит международный фестиваль, который называется Poppin' Eyes No. 75. И, по-моему, мы видим одного из участников этого фестиваля, известного рок-музыканта. So, tell me, please, what about New York? How do you like it? Nothing about New York. In English or Russian? Oh, you mean Russian? You know? I speak Russian. Maybe Russia. Так откуда ты, скажи? Я Жан Сагадеев из группы EST, так сказать, участник крутейшего здесь фестиваля. Yeah.
фанатеть Металлику и ACDC. Я с детства любил ACDC, на НВП слушали все время. Сейчас, через дней 7, поедем за границу. Европейский тур у нас будет большой. Позже еще один тур тоже по Европе, через месяц. А потом в Америку, наверное, надолго, да. А с кем играть? Ну, с разными командами будут поддерживать нас кое-кто там. Shell Shock, еще кто-то там, я не знаю. Я не вдаюсь в эти подробности, мне все равно. Вы снимаете порнографию. Вы снимаете порнографию.
от нас от весны до весны. Стали, глаза болят от блеска серебра. Ваша, 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 что за доля наша? На дворе лето, а на душе зима. Ведь как хотел я выпить враги горькой чашу, как кровушки напился до пьяна. А вскоре мы нарубили, вскоре мы настреляли. Чат перекрестился бы, весь крещеный свет. Жан Сагадеев, вокал, отец-основатель группы, автор музыки и стихов. Правоверный мусульманин, не пьет, не курит, не ругается матом на сцене. Женат, примерный семьянин. Знак по гороскопу – рак. Любит заниматься динамической медитацией и отключаться от реальности в самые неожиданные моменты. Не любит работать и делать добрые дела. Леопольд Истомин, гитара. Любимый аккорд ре с тремя ре. Характер скверный, не женат. Знак гороскопа Дева, при этом самый мужественный член группы. Всегда выступает с обнаженным торсом. Нормальное состояние пребывания в сексуальных грезах. Любит утром блондинок, вечером брюнеток. Не любит скуку и хмурые лица. Сергей Блудный, барабанщик. Обладает узким динамическим диапазоном от форте до трех форте. Цвет глаз в очках темный. Знак гороскопа Рыба. Главный жизнелюб в коллективе. Любит Джек Дэниелс, поесть, поспать, скорость, громкость женщин. Ненавидит ложь и измену. Мы существуем уже 10 лет. Стиль у нас достаточно разнообразный, но основу составляет такая русская мелодия. Русский стиль такой, естественный для нас, который интересен нашим слушателям отечественным, потому что это как бы родная, кровная наша, так сказать, стилистика, и интересен зарубежным слушателям, поскольку это тоже своеобразный колорит. Они через нашу музыку могут получше узнать русский характер. Последние годы мы не очень часто гастролируем, но вот первые лет 7 существования группы мы за рубежом играли значительно больше, чем на родине. Мы одна из немногих групп, которым просто очень повезло, и мы довольно популярны и в Москве, и во многих других городах. Севастополь интересен тем, что он фактически является крымским центром рок-культуры.
Вот Мирон и вся компания очень много делают для развития рок-музыки, проведения концертов, фестивалей. Я думаю, что это лучше, чем вообще ничего не делать. Тем более, как бы рок-музыканты всегда являлись авторитетом для огромных масс молодежи и вообще взрослых людей, собственно говоря. Поэтому на нас лежит определенная ответственность. Терапия для души, она 12-й по счету, там в конце сам встает. Ее сегодня мы сыграем тоже. Передаем эстафету, да? Убирайте барабаны. Жан, я люблю тебя. Врубайте гитары. Ты видишь, тебя люди. Да пошли, скорее только. Он произнесет приветствие. Я очень рад представить вам. Сергей Жариков. И Жан является большим другом этого комитета, вообще геополитики.
притащил сюда поздравления. Я специально сейчас это зачитаю. От лица Комитета Государственной Думы по геополитике поздравляю группу С с десятилетием. Я считаю, что музыканты группы достойно проводят экспансию русского рока на всей постсоветской территории, поскольку вытеснение различной музыки с музыкального рынка России считаю одной из важнейших задач по укреплению безопасности страны. Пару слов о группе ЕСТ, вот эти 10 лет, как вы следили за ними, следили, как вообще они нравились? Это одна из моих любимых российских тяжелых команд, которая честно идет своим путем, развивается естественно и не отчаивается. То есть рок-н-ролл для них это самое главное. Будет только длиннее. Я хочу эти стихи сначала прочитать, потому что многие тексты, к сожалению, не слишком доходят. Маша, 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 Машенька, Мария, где это, где это, где это, где это ты сейчас? Как-то ты нас встретишь, матушка Россия, чем-то, чем-то, чем-то. Чем ты встретишь нас, а позади города пылают, а позади могильные холмы.